данном видеообзоре мы рассмотрим ноутбук от компании Dell модели 3520. Быстрое выполнение задач и бесперебойное подключение благодаря мощному доступному по цене ноутбуку. Простой доступ к музыке, фотографиям и видео. Подключайтесь к видеочату и общайтесь с друзьями с помощью встроенной веб-камеры и микрофона. Благодаря интерфейсу Dell Stage ваши плейлисты, фотоальбомы и избранное содержимое всегда под рукой. Погрузитесь в атмосферу фильмов, интерактивного видеочата и видеоигр благодаря 15,6-дюймовому широкоэкранному дисплею, который имеет разрешение 1366x768 с матрицей TN. Процессор данного ноутбука двухъядерный Intel Core i3 модели 2370M с частотой 2,4 ГГц. Оперативная память DDR3-1600 объемом 4 ГБ. Данный ноутбук имеет интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 3000. Объем жесткого диска составляет 500 ГБ. Сетевые адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и Fast Ethernet. Веб-камера данного ноутбука 1 Мп и имеет встроенный микрофон. В правой части ноутбука расположились два порта USB 2.0 и DVD-привод. А с левой части один порт USB 2.0, HDMI, VGA, разъем для подключения сетевого кабеля RJ45, входы для микрофона и выход для наушников. Также данный ноутбук имеет картридер 3 в одном. В комплект входит батарея, адаптер питания и документация. Вес данного ноутбука составляет почти 3 кг. Данный ноутбук не имеет дополнительной цифровой клавиатуры. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.